Здравствуйте! Рассмотрим значение микроэлемента марганца в жизни человека. Марганец является составной частью ферментов, участвующих в формировании соединительной ткани. Он способствует росту и нормальному состоянию хрящей и костей. Марганец необходим для нормального функционирования мозга и нервной системы, для работы поджелудочной железы, выработки энергии. Марганец влияет на жировой обмен, предотвращая избыточное отложение жира в печени, нормализует содержание сахара в крови, снижая его при диабете. Марганец регулирует уровень глюкозы в крови. Марганец является важнейшим компонентом при образовании тироксина, главного гормона щитовидной железы. Явных проявлений при недостаточности марганца не выявлено, однако такие симптомы, как задержка роста, атрофия яичников и яичек, нарушение костной системы, анемия могут быть связаны в том числе и с дефицитом марганца. При избытке марганца может развиться марганцевый рахит, изменения в костях, аналогичные рахиту, потеря аппетита, сонливость, боли в мышцах. Какие же продукты питания богаты марганцем? Очень богаты различные орехи, фундук, фисташки, арахис, миндаль, грецкие орехи, а также грибы, белый гриб, подберезовик, лисички, а также макаронные изделия, салат, печень свинины, говядины, птицы, абрикосы, шпинат, чеснок и свекла.